красиво, да? Это Порт-Аланье. Здесь стоянка многих туристических кораблей. Такая секретная лестница. Аккуратнее здесь. Снимаю. Давай. Ну прям какой-нибудь камень на ступе, я тебя буду держать. Подожди. И все. Ань, люди выходят между ног у Джека Воробьи. What are you doing now? Where are you going? Of course we need. You want to work? Can you work? Can you get past me? Animation. We have to talk this, not now, this is now work time, but we can talk it if you want to make microphone. Microphone and say, привет, я автор. But you have to take also customer. Ну да, так это центр Ирландии, Марина, тут по-любому есть проверка. Это не очень круто. О, черный, смотри, какой красивый, черно-оранжевый. У чувака окна были почти как те у меня. Походу, да, судя по линзам. О, корабль ведьмы. Вот это уже интереснее, медуз Горгона, да? Yes, please. Спасибо. Thank you. Красивый, да, тоже? Может, проще, что у этих ребят? Или бессмысленно? Да. Смотрите, какая большая яхта, классная. И название StarCraft. Наверное, владелец, любителя игры. И вот эта маленькая. Ну, как маленькая. Красавица. Thank you.
StarCraft, офигеть, какая огромная. Что снять, Ань? Смотри, ресторан просто на воде огромный, да? Да. Ты, в общем, мы сделаем какие-то свои уникальные фишечки, что будет только на нашей яхте. Вот, что все будут в восторге, к нам будут все возвращаться, и даже местные к нам будут ходить на яхту. Вот. Как на Ибице, да. Помнишь тогда? Да, ищем уникальные вещи. Какие-нибудь ручные работы, да? Mm-hmm. Или не ручной. Или вот, смотри, какие красивые сумочки. Да? Раскрутите. Полгода жизни в Алании, чувствую себя туристом. Да? Да. Да, твой кран смотришь, да, тут? Конечно. Найди нам какие-нибудь уникальные браслеты. Ой, уникальные браслеты. Это сложно. Ну, это другой раз. Ну, такой хендмейд. Да? У тебя все черно-зеленое, Денис. Это еще черри-дорис. Нет, смотри, какой. Он завлекает покупателя. Да, точно. Это здравствуйте. Здравствуйте. Это кот. Продавец. Ручная работа. Ручная. Handmade. Ну, мы, конечно, да, верим. And it's 5 lira bracelet. 5 lira? Да. You can buy present shows. Ой, второй кот, смотри, на этом смотрит. Третий. Купи не давай, это надо сделать. Сейчас посмотрим. Это чёт. А, чётки. Ой, такие тяжеленькие. Это оригинал. Оригинал? Да, это уникс. Уникс камень. And handmade. This is 50 lira. А это куда вешать? На руку? На руку? No, а четки. А, четки. Просто вот так ходить и это. Просто ходить так. О. Ой, как здесь красиво. Да, Ань? Да, один. Смотри, целый парк. Мостик влюбленных. Вот. Сейчас мы пойдем через него. Тоже здесь есть. Очень красиво. Мне нравится. Я останусь жить в этом парке.
заказали специальное блюдо от шефа. Там будет множество разных видов мяса, сделанных на гриле, в печи. Вот, а после этого мы пойдем в порт. О. Это дополнение к мясу еще. Круто. Вот у них открытая кухня почти. Еда, которую вы снесли за 10 минут. Это было очень вкусно. Мне понравилось. Мы сюда еще придем. А самое интересное, что здесь было вкусное, я нигде не пробовала такой вкусный капучино. Он был с таким привкусом корицы, такой очень молочный и чувствовался немножко тростниковый сахар. Самый вкусный капучино, нестандартный, как и без кофемашины.